7 и 8 серии сериала «Теорема Пифагора», которые выйдут у нас 19 ноября 2020 года на канале «Россия-1». Ирину допрашивают, требуют признаться, что она сделала с ребенком. Ирина уверяет, что не знает, где Ванечка. Она просит следователей рассмотреть другие версии, например, похищение с целью выкупа. Вскоре Верещагин, действительно, получает сообщение о выкупе, неизвестный требует миллион за жизнь его сына. Следователь Нинашев находит новую улику против Ирины. Когда появляется еще одно требование о выкупе, Верещагин решает не привлекать полицию и действовать самостоятельно. Но раздобыть такую огромную сумму ему негде. Неожиданно Ирина решает помочь бывшему мужу. Однако сделка с похитителями срывается. Деньги исчезают, а Ванечку так и не возвращают. Пожалуйста, поставь лайк, если нравится сериал.